есть все, чтобы собрать ловушку. Если кто-нибудь в нее наступит, лучше взлетит на воздух. Сюда, Элой! Вроде бы тут подъем. Впереди машина. Вроде не заметили. Просканируем их. Я уже видел такую машину. Мусор. А я нет. Поищем его слабые места. Идем дальше. Ты бывала во многих войнах, Петтич. Они все такие? В каждой хранятся тайны, но в остальном они разные. Ого, похоже, та машина, что мы видели, двигается. Надеюсь, не в нашу сторону. Снаружи серьезная буря. Ага. Они все сильнее. И все чаще. Все эти бури, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да. Но без копии данных я не справлюсь. Кажется, мы нашли способ попасть в центр данных. Давай срежем через то большое здание справа. Эй, Варл! Тут есть данные. Их сканируют визором. Дальние зенит и новый рассвет обменивались технологиями. Но все равно непонятно, откуда у них копия. Надо поискать еще данные.
Погляди. Ха. Куча глифов. Это я изучу попозже. Кажется, придется лезть. Отсюда ту лестницу не достать. Ты там как? Жива. Похоже, мы тут не пройдем. Ему все-таки 1000 лет. Похоже, тут проводили заседание. Дверь на той стороне заперта. Там у стола еще одна светящаяся штуковина. Анзу? Система терраформирования «Новый рассвет». Дитя доктора Элизабет Собак. С помощью 9 вспомогательных функций. Гея, ядро системы, способна находить оптимальные планетарные решения. И принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции – внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал «Нового рассвета» даже не узнает об этой передаче. Риски. Если агент провалится, «Новый рассвет» может разорвать договор о покупке базы данных «Аполлона». Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же, нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собак. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержат сводный отчет. В журнале сказано, Элизабет выслала копию, но это вранье. Зенит украл Гею. Элой, почему вы с той женщиной похожи? Знаешь, Вару, мы с ней похожи, поскольку мы одинаковые. Генетически. Но она была одной из предтеч. Почему ты — это она? Потому что... Меня не родили. Меня сделала машина. Поэтому еще в детстве меня и изгнали. Я не понимаю, что за машина сделает человека? Я говорила, что копия данных — это как набор действий, но не только. Ее зовут Гея. И долгое время она заботилась о мире. Пока ей не пришлось уничтожить себя. Она создала меня, чтобы вернуть ее. Я одна на это способна. И здесь моя последняя надежда. Богиня говорила с тобой, когда ты пошла в гору Великой Матери. Это и была Гея? Да, но она не богиня, Вару. Богини нет. Откуда тебе знать? Звучит, будто она дала тебе тайное задание. Я долго в этом разбиралась. И ты поймешь. Визор поможет. А пока в отчете сказано, что украденную копию Геи переправили в центр данных. Туда нам и надо идти. Ясно? Иди сюда. Я нашел кое-что полезное. Оружие. Спасибо вам.
Нам пора в путь. Ты первая. Сюда! Кажется, мы почти снаружи. Хорошо. Смотри, похоже, это машина. Не пробивается тут даже куда и не. Отлично. Там еще одна машина. Попробую на ней новое оружие. Снова собиратели озер. Море кислоты. А гигантская машина напала, когда они убегали. У них просто не было шансов. Значит, это копия «Последняя надежда»? Да. Я много где побывала в последние месяцы. Должно было сохраниться несколько копий. Но 1000 лет назад парень по имени Тед Фаро уничтожился. Он тоже был из дальнего зенита? Нет. Здоровая железяка похожа на корабль из общего зала. Представь, каково ли тяжело пришлось этим ребятам. Впереди патруль машин. Мы можем отметить их визором и отслеживать. Thank you.
отсюда выбраться? Машина прошла прямо через стену. Дальней части лестницы. Расскажи мне вот что. Сона не была против того, что ты не вернулся в священную землю? Она вождь Нора и прекрасно поняла, почему я должен был пойти за тобой. Но еще она моя мать и была недовольна. А она бывает довольна? Ни разу не видела ее улыбки. Я тоже. Целых три машины. Если они перебили всех Азерам, нам не добраться до центра данных. Мимо них не проскочить. И драться с ними опасно. Можем найти поселение, уговорить охотников помочь. На это уйдут недели, у нас нет столько времени. А может, просто уроним на них тот челнок? Ту штуку? Как? Надо придумать. Жди здесь. Элой! Верь мне. И она сбежала. Надо добраться. Если я доберусь до той вышки, смогу перебраться с нее к челноку. Может, лучше использовать копье, поберечь боеприпасы.
Вот. По лестнице я смогу подняться туда. Зацепиться за нее крюком. Вот так. Значит, тут было три гигантских машины, которые убили Азерам и разлили кислоту. Чудесно. Шаткая вышка упала. Займусь другой. Я туда не допрыгну. Но здесь есть кабель. Можно перебраться на ту сторону. Так, теперь только вверх. Здесь все вот-вот развалится. Похоже, челнок держится на тех огромных зажимах. Где-то рядом должен быть пульт управления. Если отключить зажимы, челнок свалится на голову машины. И снова машина. Чудесно. Никто не помешает. Пульт управления, наверное, там. Ладно, пора избавиться от тех машин внизу.
Челнок повис на кабелях. Влезу на башню, чтобы понять, как отсоединить их. И как мне забраться на вышку? Попробую просканировать визором. Если потянуть за ту балку, она может опустить подъемник. Быстрее отцепить кабель.
позволит ему попасть в центр данных. Поищу ее слабые места. И где у тебя слабое место? Готово. Наконец-то. Центр данных должен быть впереди. Пожалуй, Варлу придется поискать другой путь.
достану копию и перезапущу гею. Восстановлю систему, уберу порчу. Воплощу мечту Элизабет. Только бы найти копию. Так, сперва поищем серверную. Она здесь. Гея, версия 6.9. Включение. Здравствуй. Гея. Элизабет? Трэвис Тейт. Что это у нас тут? Дальний Зенит решил украсть копию Геи и ее вспомогательных функций. Как нехорошо. Мне разобраться с этим, Лис? Светотатцы! Змеиные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью! Вы украли короля всех вирусов. Всем вашим данным пришел конец. В следующий раз не пытайтесь перехитрить Тейта. Мой вам совет. Элой? Богиня? Нет никакой богини. Я говорила тебе. Это не Гея. Не то, что я искала. Это просто обман. Я понял. Вам. Прости. Ты умеешь обидеть. Ты в курсе? Но мне понравилось, как ты слетела с вышки и придавила те машины. Беда в том, что все может стать еще хуже. Зацепок нет, Варл. Но мне надо продолжать искать. И скорей. И для успеха я пожертвую всем. Незачем подвергать опасности других. Я все сделаю сам. Это мой поход в Варл. Только мой. Подожди. Ты сказала, что в Меридиане тебе помогал какой-то Сайленс. Ты сказала, что советовалась с ним о разных вещах из мира Предтеч, которые никто не может понять. И он дал тебе копье, которым ты одолела Аида. Он ушел, Варл. Мы не общались после битвы против Аида. Да, но ведь шпион Марат из Меридиана хорошо умеет искать людей. Варл, я... Решайся, все получится.
тому же пора тебе повидаться с друзьями. Ладно. Ну, пожалуй, ты прав. У нас впереди долгий путь. У меня есть идея получше. Спасительница Меридиана вернулась. Ты заслужила это. Ты спасла их? Еще нет. Именем короля солнца мы рады принять защитницу. В сторону. Марат, у Элой есть срочный разговор. Правда? И у меня тоже. Мои охотники несколько недель ищут тебя от закатной крепости до священной земли. Что-то случилось со шпилем. Идем. Я покажу. Смотри под ноги. Ты спасла нас, это да, но мы не все еще починили. Это случилось после солнцестояния. Хвала солнцу, мы придумали, как объяснить это. Иначе началась бы паника. Как-то ночью, совсем ненадолго, он заполыхал красным. Из Меридиана смотрелась как игра света. Но кто был рядом, на вершине пламени, говорят, это не было отблеском. К сожалению, мне сказали, что свет шел от основания башни. Отсюда. Мы оставили все, как было. Что там случилось? Я не знаю. Шпиль должен отправлять сообщение в системе терраформирования. Но Аид пытался пробудить им древние боевые машины. Я была уверена, что оборвала связь. Подожди, я все проверю. Расскажи, что найдешь. Это моя статуя? Что-то новенькое. Наверное, это признание моих заслуг. Но какие там заслуги? Ведь мой поход еще не завершен.